Джордж Боинтон Пристли. Золотое руно. Здравствуйте, я Джордж Притчет. А я Элси. Я горничная в гостинице «Золотое руно». А я официант в том же отеле. Нас придумал автор пьесы. Но мы вышли из нее. Так вот взяли и вышли. Отошли от пьесы в сторонку и смотрим на все немножко другими глазами. Пусть не обидится на нас автор. А почему бы ему обижаться? Мы будем вести себя скромно. Мы не станем переделывать то, что автор написал. Мы только поможем тем, кто слушает спектакль, как можно лучше представить себе то, что в нем происходит. Итак, занавес раздвигается. Сцена представляет собой вестибюль отеля «Золотое руно» в небольшой курортной местности где-то в глубине Англии. Здесь останавливаются только очень богатые люди. Поздний вечер. За конторкой работает наша милая мисс Суикс, дежурная по приему гостей. Отель «Золотое руно»? Да. Пожалуйста, кто это? Не могу расслышать. Да, линия очень плохо работает. О, миссис Гор? Да. В субботу? Да, разумеется, миссис Гор. Вы сказали, первый этаж, миссис Гоур? Я думаю, что это можно будет устроить. Да, конечно, миссис Гоур. Значит, в субботу, миссис Гоур. Вот и сам управляющий гостиницей, мистер Мондови. Он итальянец и по-английски говорит очень смешно. Да, и так, Уикс, запишите на вторник апартамент второго этажа. Кто же это подъехал? А, это старая толстая леди Лидмилл и ее компаньонка, бедная мисс Селл. О, леди Лидмилл, леди Лидмилл, ты получил удовольствие от этой пьесы вдали от нас? Нет, Мондови, не могу сказать, что мне было приятно. Ай-яй-яй. У них очень бедный стол. А, ну, ваш вечер. Мисс Уикс. Да, леди Лидмилл. Где мои письма? К сожалению, леди Лидмилл, сегодня вечером писем нет. О, вы в этом уверены? Сейчас же проверьте, точно ли нет писем для леди Лидмилл. Нет, сегодня вечером нет. О, леди Лидмилл, сегодня вечером нет. Почта здесь очень странная. Странная, леди Лидмилл. Очень странная, леди Лидмилл. Спокойной ночи. Спокойной ночи, мистер Мондови. Спокойной ночи, мисс Уикс, я иду спать. О, леди Лидмилл. Кто же подойдет к телефону? Уильям, ночной швейцар, еще не пришел. Но вот кто-то появился. А, это Молли, наша горничная на ночном дежурстве. Очень славная женщина. Она уже несет кому-то чашку чая и резиновую грелку. Отель «Золотое руно». Как здоровье миссис Фергюсон? О, она чувствует себя намного лучше. Да видите ли, я Молли Коден, горничная на ночном дежурстве. О, да, я слышала, она говорила о вас и о своем маленьком внуке. Как он поживает? Ну, прекрасно. Спокойной ночи. Добрый вечер, Молли.
Добрый вечер, Уильям. Что это вас забавляет, мистер Лотвис? Этот грубый тип Бэк. Или Рэк, или так, ну как его там зовут, из 12-го номера. Да-да. Я его только что с одним другим типом поднял на лифте. А он мне приказал молчать. А сам этот Рэк или Тек очень был доволен собой, потому что у него много восточноафриканских акций. И, знаете, хотя они поднимаются в цене, он говорит, что попридержит их. Хитрый. Ух, какой он хитрый. Решил пока не продавать. Ну и что тут смешного? А вот очень скоро вы увидите, курс их полетит вниз. И все восточноафриканские не будут стоить даже того, что он заплатил за них. Поверьте, все время, пока этот хитрец говорил, я с трудом хранил безразличное выражение лица. Я вас не понимаю, мистер Лотлес. А что же это так и должно быть, миссис Коден? Я ведь человек-загадка. Но откуда вы знаете обо всех этих акциях, вещах? Ну, кто вам говорит об этом? Никто мне не говорит. Я сам знаю обо всех этих делах. Вот, например, на позапрошлой неделе выбранные мной акции Золотого берега сильно упали. И я потерял на них, должно быть, около 150 тысяч фунтов стерлингов. Что вы такое говорите, мистер Лотфус? Это, Молли, своего рода игра. Я слежу за биржей и сам с собой играю. Сам с собой. Ладно, Молли, все в порядке. О, господи, а номер 18 ожидает чай и грелку. Да, мистер Лотлес. Да, Молли? Вы помните, я вам говорила обо всех тех бумагах, которые прислал мне мой дядя? Да. Ну, вы знаете, дядя, который вот так неожиданно умер на прошлой неделе, да, помните? Да. Так вот, я их принесла для того, чтобы вы их просмотрели. Ведь вы обещали это сделать. Да, а где они? Ну, я их вам сейчас принесу. Вот только отнесу это 18-му, и я скоро вернусь. Хорошо. Ну, вот Уильям и начал свое очередное дежурство. Взял свои газеты и удобно расположился, чтобы их прочесть. А в отель уже входят новые действующие лица. Она Вероника Фрэнсхэм. Красивая девушка. Да. И притом одета не просто богато, а прямо-таки с расточительной роскошью. А вот он, доктор Алек Робери, скромен, неловок. И смокинг у него далеко не безукоризненный. Добрый вечер, мисс Фрэнсхэм. Добрый вечер. Добрый вечер, доктор Родбери. Привет, Уильям. Мне нет писем? А, нет, нет, сэр, нет. Хорошо. Может быть, выпьем что-нибудь, мисс Фрэнсхэм? Право, не знаю. Я уезжаю завтра утром. И... Ну, тем больше оснований, чтобы выпить. Ну, хорошо. Что прикажете, мисс? Джин с лимоном. Хорошо. Джин с лимоном. А мне, Уильям, дайте легкого пива. Очень хорошо. Один джин с лимоном и одно легкое пиво. Да. Сию минуту я принесу, сэр. А вы знаете, да. Мне кажется, что... Что? Танцы в среду в Гранд-отеле были не лучше, чем танцы в пятницу здесь, в Золотом Руне. Не правда ли? Я считаю, что там, где вы, танцы лучше. Почему там, где я? Ну, потому что я обычно не хожу на эти вечера. Я предложил вам пойти просто, чтобы иметь предлог повидаться с вами и поговорить. Продолжайте. Продолжать? Да. Нет, я кончил. И больше нет комплиментов? Нет. А разве они вам нужны? Нет, не люблю их. Особенно не люблю их слышать от людей, опытных в этом деле. О, я не опытен. Да нет, я знаю. Но забавно слышать их от вас, именно потому что они явно делают. Вероника. Да. Вы же тот тип молодого врача, который в своей откровенности бывает резким и даже грубым. Я ведь слышала, как одна из этих старых женщин, мне кажется, это была леди Лидмин, жаловалась на вас, да. Она сказала, что собирается предостеречь против вас вашего старшего товарища, доктора Пломветтера, когда он вернется. Старшего товарища? Не льстите мне. Старый Пломветтер мне не товарищ.
Он мой хозяин. Он платит мне жалование. Я живу в этом отеле только потому, что Пломветер живет здесь. Снимает для врачебного кабинета комнату. А рядом с ней в маленькой комнатушке поставили кровать для меня. Иначе мне было бы непосредством проживать здесь. А что вы такое сказали, старая леди Лидмил? Она пришла жаловаться, что не может спать. Ну? Ну, я ей сказал, что она слишком много ест. Да нет, это совсем не смешно, это отвратительно. Эта старуха так нажирается, словно она страсбургский гусь. Чай и хлеб с маслом в 8:30. В 10:30 обильный завтрак. В 11:30 кофе с одним или двумя кексами. В 1:30 второй завтрак из 3 или 4 блюд. В 4:30 она с жадностью проглатывает поджаренный хлеб, сэндвичи, пирожные. В 8:30 обед из 6 блюд. В 10:30 обильный завтрак. Ну, пусть тебе ест сколько угодно. Вам незачем быть грубым с этой старухой. Какое это имеет значение? Это не имело бы значения, если бы она была только одна. Но их же тысячи и тысячи таких откормленных старых жаб. Крокодилов, динозавров. Вся наша страна полна ими. И они живут, никому не принося пользу, даже самим себе. Ну и что? А все потому, что у них есть деньги. Деньги. Вот они и требуют, чтобы их целыми днями обслуживали. В нашей стране они повсюду. У нас живые обслуживают полумертвых. Странно, что это говорит доктор. Разве он не один из живых, который обслуживает полумертвых? Я не говорю о больных. Я говорю о тех людях, которые имеют деньги, аппетиты, предрассудки и ничего другого. Я говорю, что вся наша страна ими полна, и мы не можем делать ничего полезного, потому что они требуют наших услуг. Никто не принуждает вас обслуживать их. Моя дорогая Вероника. Я не ваша, дорогая Вероника, доктор Родбери. Я знаю, что вы не моя. Да. К моему несчастью, я всю последнюю неделю воображал, что вы моя. Да? Да. Ну, а почему же вы никогда не говорили мне об этом? Потому что, я, кажется, был довольно глуп, чтобы иметь... Ну, как это у вас называется? О, мы называем это по-разному. Не будьте так дьявольски легкомысленны. Имейте в виду, что если это не серьезно для вас, то это очень серьезно для меня. Подождите. Подождите. Посмотрите на меня. Ну, я не хочу смотреть на вас. Я знаю, вы красивы, я давно это признал. Но вы признаете это очень неохотно. Разве вам не нравится, что я красива? Нравится. К моему несчастью. А вы знаете, что все это куплено за деньги? Деньги? Да. Это одежда. Поверьте мне, я бы так не выглядела в каком-нибудь старом платье. Она стоит денег. Фигура, руки, волосы, лицо. Все это тоже стоит денег. И по-настоящему быть привлекательной – это дорогостоящий и требующий много времени труд. Ладно. Ладно, вы выиграли. Не думайте, что это и мне не приходило в голову. Приходило. В течение всей последней недели я думал об этом. Правда, это не доставляло мне особенного удовольствия. Да-да, бегу. Алло, кого? Доктора Родбери? Сейчас. Это вас, доктор, вызывает больница. Спасибо. Пожалуйста. Одну минутку. Да, это доктор Родбери. Понимаю. Да, я приеду. Простите, но мне нужно будет съездить в больницу. Хорошо. Если бы у вас было желание подождать. Я полагаю, что недолго задержусь. Нет, слишком поздно. А мне нужно успеть на утренний поезд 9:15, так что я должна попрощаться с вами сейчас. Ну что ж. Тогда до свидания. И благодарю вас за... За то, что я пытался развлекать вас. А? Когда вы будете старше, и у вас будет работа, которая вам будет больше по вкусу, и вы не будете так высокомерны и вызывающе, вы могли бы... Я мог бы стать одной из ваших любимых кошечек. О, нет. Ладно, прощайте. И пожелаю, чтобы ноги вашей здесь больше не было. Нет, нет, Алик, ну почему же... Почему? Ну что же, если вы напрашиваетесь, прощайте. Как это глупо. Я знаю, я глуп. Глуп, прощайте. Ой, как это глупо. Добрый вечер, мисс. А мне говорили, будто вы уехали. Добрый вечер, Молли, нет. Я уезжаю завтра утром.
Разве вы эту неделю не дежурите по утрам? Нет, мисс, у меня ночное дежурство. Ага. Я обычно в ночной смене. Угу. Я ничего не имею против этого. Ведь наша молодежь не любит ночную смену. Благодарю вас за вашу заботу обо мне. Ох, спасибо вам, мисс. Уверяю вас, для меня это было одно лишь удовольствие. Приятно ради простого разнообразия ухаживать за теми, кто молод, красив и пышет здоровьем и силой. Надеюсь, вы приедете сюда опять? Нет, 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 боюсь, что нет. Здешний курорт не совсем в моем стиле. Спокойной ночи, Молли, спокойной ночи. Спокойной ночи, мисс. А вы все читаете ваши газеты, Уильям? Mm-hmm. Да, я не сказала бы, что вы очень общительны. Сейчас. Я вам сейчас все объясню, Молли. Конечно, я углубился в эту газету не потому, что она очень меня заинтересовала. Правда, там пишут, что Харин и вся его шайка здорово играет на акциях тяжелой индустрии, могут в конце концов погореть. Ну, бросьте говорить об акциях и биржах, или я вас слушать не буду. Скажите мне, почему вы прятались за газету? Ну, потому что я хотел стушеваться. Правда, мне полагается быть на дежурстве, но я вовсе не хочу бросаться в глаза. Если можно так сказать, я отсутствовал. Почему? Ну, потому что эта красивая леди, которая только что ушла, имела небольшую частную беседу с нашим другом доктором Родбери. Держу пари с вами, что вы хоть и закрылись газетой, но слышали все. Молли, Молли. Но разве не так? Стыдитесь, Уильям. О чем они говорили? Ой, он влюблен в нее. Просто сражен, убит, так он ей сказал. Ой, разве это не прекрасно? Я всегда говорила о докторе Родбери. Пусть ему только попадется хорошая девушка. Молли, вы знаете, дело у них пошло совсем не по-вашему. Что? Нет, даже не мечтайте об этом. Все расстроилось. Как? Да, и снова из-за денег. У него их нет, у нее слишком много. У нее много денег? Да. Это для меня новость. Она мне дала только 5 шиллингов. Ну, почему? Это вполне естественно. Чем богаче люди, тем они меньше дают своих денег. Ага. Алло. Да, мадам? Молли? А. Здесь, да. Я сейчас же ей скажу. 18-й номер. Ей нужна еще грелка с горячей водой. Боже мой, какая же это будет по счету? 4-е. Бедная старуха не может уснуть и ищет повода, чтобы еще раз рассказать мне сначала про свою дочь в Индии. Вот если бы она поехала с ней в Индию, ей бы не нужно было столько бутылок с горячей водой. Ну, я сейчас. Да нет, подождите, Молли, а как насчет бумаг, которые оставил вам ваш дядюшка? Ведь вы хотели, чтобы я посмотрел, да? Да где они? Так я их принесла. Вот сейчас вам отдам. Они у меня вот здесь вот. Сумки. Вот они. Угу. Думаю, что все это старый хлам, но во всяком случае, мне так кажется. Но вы посмотрите, мистер Лотос. А я, когда вернусь, принесу вам чаю. О, это идея, Молли. А я внимательно посмотрю вот эти ваши бумаги. Хорошо. А, вы уже вернулись, доктор Родбери? Да. Добрый день. Добрый день. Я полагаю, что мисс Фрэнсхэм легла спать, как только я ушел. Да, доктор, она ушла спать. Угу. Хотел бы я написать ей записку. А я бы этого не делал. О, почему? Ну, если они по-настоящему заинтересованы, они всегда сами пишут. Если же нет, то зачем вам беспокоиться, писать? Ведь это только компрометировать себя. Да, пожалуй, вы правы. Хотя я не уверен, что это может служить оправданием для вмешательства в чужие дела. Я и сам об этом думал, но, вы знаете, никак не мог решить. Ладно. Ладно, теперь моя очередь вмешиваться. Подойдите-ка сюда, Уильям, друг мой. Пожалуйста. Нет, поближе. Пожалуйста. Вот так. Вот. Снимите-ка ваши очки. Пожалуйста. Боже, это вы. Дайте сюда газету, подождите, доктор. Подождите, она не моя. Меня не интересует, чья она, но вы обратно ее не получите. Ну, Уильям. Так. Я этого ожидал. Почему? Потому что на днях я увидел парня, который служил тюремным сторожем в Мэдстоне, когда я там сидел. И вот он меня видел
И узнал, узнал. Как его зовут? Робинс. О, Робинс. Робинс, это тот самый. Уильям. Лучше расскажите мне вашу историю. Уилли, или мне, может быть, теперь называть вас мистер Блофилд? Послушайте, доктор. Да? Так или иначе, мое имя Уильям. И я предпочел бы, чтобы вы не называли фамилию. Хорошо. Вот так. Вам, может быть, это смешно, но мне, право, это совсем не смешно. Ну, бросьте это, бросьте. Я вовсе не собираюсь высмеивать вас. Мне наплевать на то, что вы сидели в тюрьме. Вы в моих глазах всегда были порядочным человеком. Но все остальное меня не интересует. И мне, право, совсем не смешно. Ну, расскажите мне. Расскажите, что у вас стряслось. А стоит ли? Уилли, ну я прошу вас. Ну, хорошо. Хорошо. В 1916 году, после тяжелого ранения на фронте, меня уволили из армии. Ну, просто вышвырнули. Так. И я поступил на работу в одну торговую контору. И в продолжение последующих 4 лет это торговое предприятие было настоящим Монте-Карло. Вы знаете, я оказался способным. Способным. Ведь я прирожденный игрок на бирже. И когда я выскочил из этого дела перед самым его крахом, я заработал порядочные деньги, чтобы продолжать игру. И вот в 30-м году, да, в 30-м, у меня было более 1 000 000, по крайней мере, в бумагах. Но над нами пронеслась гроза. Новое резкое падение. Мне пришлось пойти на большой риск. И я рискнул. Рискнул, но из этого ничего не вышло. Вопрос заключался в том, чтобы вздуть цены на некоторые бумаги. То есть небольшая ловкость рук и легкий обман. Ну, разумеется, я и раньше проделывал это. Но на этот раз я был, очевидно, недостаточно ловок. Ну и отсидел 5 лет в Мэдстоне. А когда вышел, я перестал отращивать усы и бороду и переменил свою фамилию на Лотлес. Все. Но как вы сюда попали? А, ну это просто. Я встретил земляка, который был когда-то старшим официантом в Амбассадоре. Ну, вот он и устроил там меня швейцаром. Затем меня сюда перевели. Так и вы больше не играете на бирже, а? Знаете, доктор, да. Я дал себе зарок никогда больше. Точно так же, как никогда не пью. Не пью, я не знаю, заметили ли вы это. Я сказал себе больше ни глотка и никаких больше фокусов на бирже с бумагами. Никаких. Правда, я порой немного манипулирую на бирже. Нет, но чисто теоретически. Это чтобы провести время и сохранить быстроту соображения. Хелло, Молли. О, доктор, не выпьете ли с нами чашку чаю? Нет, спасибо, я иду спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи, спокойной доктор. Ночи, доктор. Уильям, а вы еще не посмотрели то, что я вам дала? Нет, только начал. Какая славная чашка чая, миссис Котт. Рада, что вам нравится, мистер Лотлес. Ну, давайте посмотрим, что у вас там за бумаги. Так, 2 квитанции, разрешение на ружье, меню ежегодного обеда в Красном Льве. Так. Знаете, Молли, ничего интересного нет. Можете сжечь почти весь этот хлам, ну, там, за исключением семейных сувениров, если вы их хотите сохранить. Ну, спасибо. А это что такое? Пожалуйста, какие-то акции. О, обождите-ка минуту. Минус свет.
святая непорочная Дева Мария. Что с вами случилось? Ну, дайте мне взглянуть. Ну да, это какие-то старые акции. Лиденхолл и Ломбард Трест. 100 акций, 100 Да, 500 акций маленькой компании под названием Лиденхолл и Ломбард Трест. Ну, мистер Лотлес, а они чего-нибудь стоят? Скажу вам все, все. Постойте, постойте, дайте сюда все. За последние несколько лет Трест, Лиденхолл и Ломбард – самая большая акционерная компания, контролирующая акции других компаний. Слушайте, Молли. Молли, я хочу, чтобы вы разрешили мне самому провернуть это дело для вас. Вот эти вот акции? Да, да. Вы понимаете, Молли, положение очень щекотливое. Если вы отнесете эти акции какому-нибудь провинциальному биржевому маклеру или стряпчему, то ловкие ребята из Лондона вмиг обработают их. А это как раз моя специальность. Поверьте мне, Молли, да, в этих делах я маг и волшебник. Дайте, вот дайте мне только власть над этими ребятами, и я их всех разнесу. Вы увидите. Уильям. Ну, Молли, я прошу вас, мы были хорошими товарищами. Разрешите мне взять это дело в свои руки. Только ради вас. Я это имею в виду. Да, разумеется, разумеется, Уильям, я... Ну, я вам доверяю. Вот очень хорошо. Очень хорошо. Вы славная девушка. Ох, Молли, это будет бомбочка. Где ваша лондонская телефонная книжка? Вот здесь, сейчас. Вот так, она. Давайте. Вот. Ну, неужели же вы... Ну, вы же не можете сейчас начать звонить. Я не могу, не беспокойтесь. Синдикат Коден Лотлес будет проводить свои операции на бирже и в полночь, и ночью. Телефонная станция, вы увидите сейчас, как с них полетят пух и перья. Телефонная станция, Чиллингейт 175. Угу. Личный телефон Персевала Вандермора. Майфайр 67-325. Да, 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 это тот самый. Уильям. Да. Уильям, а уверены ли вы, что чувствуете себя хорошо? Это я... Алло, мистер Вандемор? Да, я знаю, что поздно, но важное дело. Видите ли, я представитель маленького синдиката, у которого 500 акций Треста, Линдхолм и Ломбард. Невозможно, вы говорите? О, нет, это не невозможно. Они здесь передо мной. Угу. Ну, дело в том, что передача акций не была в свое время зарегистрирована, понимаете? Понимаете? Угу. Да, да, это другое дело. Не так ли, да? О, нет, не думаю. Нет, нет. Спроса не было. Видите ли, Вандемор, с вами говорит Билл Блофилд. Блофилд. Ага, это тоже другое дело. Да, я обеими ногами вступаю в это дело. Нет, нет, не могу приехать, и вы не можете мне звонить. Нет, нет, я вам позвоню ровно в час. И тогда у меня к вам будет небольшое предложение. All right. Только продумайте все это. И мы попробуем сфокусничать. Ладно? Вандемор. Ровно в час. Ну, миссис Коден, мы начали. Синдикат Коден Лотлес вышел на рынок. А сейчас
Представьте себе, что за это короткое мгновение прошло 2 недели. Что это за музыка? Ты забыл, Джордж? Здесь сегодня бал для гостей. А, да, верно. Один из рекламных трюков Мондови. Вообще-то этот праздник никому не нужен. Нет, нужен. Ведь сегодня день рождения нашей Молли. Ну и выходит, что все они делают это для нее. Только они сами этого не знают. Ты права, Элси. Гости тоже стараются веселиться как могут. Смотри. Эта толстая знатная жаба, она разоделась в вечернее платье и напялила маскарадный колпак. А с ней доктор Пломвитер, и тоже в дурацком колпаке. Джордж, а эта старая мумия леди Лидли тоже нарядилась. Разгуливает с воздушным шаром в руках. А с ней ее несчастная компаньонка мисс Селл. Бедная мисс Селл. Старуха обращается с ней хуже, чем с прислугой. Золотое руно. Да, это старшая приемщица. Да, я, мисс Уикс. Вам мистера Лотлеса? Нет, еще не приходил. Вам придется позвонить попозже. А, вот и мистер Лотлес. Добрый вечер, Уильям. Добрый вечер, Молли. Сегодня я угощаю. Держу пари, вы не знаете, по какому поводу. Нет, знаю. Вы сказали мне неделю тому назад, и я не забыл. Поздравляю вас с днем рождения. Ну, я не предполагала, что вы запомните. А я никогда ничего не забываю, если это касается друга. И в доказательство у меня здесь что? Кое-что подарок есть. Для меня? Слишком рано еще кто-нибудь может прийти. Да, но вы мне можете сказать, что это такое? Нет, нет, не надо, умоляю вас, Молли, не надо, нет. Это испортит все. Обождите, пока все будет поспокойнее. Скажите, куда вы ходили, Молли, в кино? Да, чудный фильм. Да? С участием Роберта Дрейка. Вам нравится Роберт Дрейк? Очень. Вы знаете, я его никогда не видел. Не видел? Никогда. Он чудесный артист. Высокий, красивый. Но не это вас захватывает. Вы понимаете, герой фильма, бедный молодой человек, у которого ничего не осталось за душой, кроме старой автомашины и фургона. Не считай его бедным молодым человеком, если у него есть автомашина и фургон. Добрый вечер, доктор Родвин. Добрый вечер, Молли. Он ведь беден для фильмов, а в фильмах всегда очень высокий жизненный уровень. Но... Молли, продолжайте насчет вашего фильма. Простите, я вас прервал. Да. Ну так вот, Роберт Дрейк играет вот того бедного молодого человека. Так. Но на самом деле в конце выясняется, что он не беден. Но готов был биться об заклад, что он не беден. Да, но девушка, которую он любит и думает, как и вы, что она очень богатая. А на самом деле совсем не богатая. Ну вот. Вот. Она только притворяется такой. Ой, так что в конце концов все кончается хорошо. Они женятся и уплывают на его прекрасной яхте. Чудесный фильм. Не очень, не очень, а, Уильям? Ну, конечно, не очень. Ну, а что здесь плохого? Прежде всего, мне кажется, что в настоящей жизни так не бывает. А кто сказал, что это похоже на настоящую жизнь? Я плачу шиллинг не за то, чтобы сидеть в темноте и смотреть настоящую жизнь. Я могу видеть настоящую жизнь не в кино и совсем бесплатно. Вот вам, женщина. Да. Вы знаете, они умеют себя обманывать и всегда знают, что они себя обманывали. А вот мы не знаем, и в этом наша беда. Нет, это не моя беда. Моя беда в том, что я вижу все... слишком ясно. Да нет, вы не видите. Ну, не может, видите. Ну... Бьюсь об заклад, что вы ничего не видите ясно. Разве только корь или ветряную оспу на других людях. Да, конечно. Сейчас иду. 18-й? 18-й. Грелку. Грелку. Ой. Я недолго, я скоро... Хорошо, Молли, хорошо. Уильям? Да? Уильям. Вы знаете, мне кажется, что вы... что-то замышляете.
За последние 2 недели вы ведете себя так таинственно, как воры. Да, 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 да. И у вас, Уильям, вид нашкодившей кошки. Вот это и заставляет меня думать, что вы что-то замышляете. Да нет, да. Я не спрашиваю, что именно. Я не спрашиваю. А я и не собираюсь вам говорить. Как хотите. Как хотите. Ой, единственное, что я хотел бы, это выпить и закусить. Пожалуйста. У меня был сегодня длинный, трудный день. Угу. Еще в больнице было 2 сверхурочных часа, которых я не ожидал. Да-да-да, а вы выглядите немного усталым, доктор. Если вы хотите, вы можете выпить и закусить сейчас, но вы сделали бы лучше, если бы немного подождали. Я не вижу зачем. Я вам объясню. Сегодня день рождения Молли. Так. И парень, которого я знаю, прислал ей из Лондона чудесный пакет с лакомствами и съестным. Все самого лучшего качества, шампанское. А какой пирог, боже мой, пирог с дичью. Для Молли? Да, для нашей Молли Кодн. А почему нет? Ну, действительно, почему нет? Действительно, почему нет? Будет маленькая вечеринка, и вы приглашены. Я абсолютно убежден, что она не будет возражать. Ну, хорошо, принимаю ваше приглашение с большой благодарностью. Мне все равно сегодня не уснуть. Подождите, вы чем-то подавлены. Да, мне надоело. Это место? Отчасти. Ну, правда, я здесь долго не останусь. Что, предстоит увольнение? Угу. Так, и это все? Нет, но этого вполне достаточно, не так ли? Да, но это не все. Это все, что вы услышите. Скажите, а как звали эту девушку? Вероника Франци. Подождите, какую девушку? Алло? Да, у телефона. Да. Да, знаю. А вы обратитесь к Вандемору, к нему, к нему. Он мне позже будет звонить. Да, да не все передаются. Не верьте. Нет, нет. Да я его так завтра зажму, что он ночью у меня будет просить пощады. Олрайт, все. Скажите Вандемору. Странные дела обделывает этот отель. Ночью по телефону. Пожалуй. А кто этот мистер Вандемор? Это один ловкий джентльмен в Лондоне, который теперь уже знает, что он не такой ловкий, каким был 2 недели тому назад. Так, Уильям. Да? А вы случайно не плут, а? Вы знаете, в некотором роде это так. Но, простите меня, время начинать вечеринку. Вы могли бы мне помочь, доктор, а? Хорошо. Вот, большое вам спасибо. Возьмите вот этот пакет со съестным. Беру. Так. А теперь, пожалуйста, вот эту большую коробку. Пожалуйста. Черт возьми, кто-то потратил порядочные деньги на все это. Да, причем все самое лучшее. Боже! А? Откуда все это? Это от моего друга из Лондона, Молли. Маленький подарок ко дню рождения. Для меня? И для меня, вы меня пригласили. Рада это слышать. Надо же справиться со всем этим. О, Молли, я сейчас принесу посуду. Сейчас. Я сама. Нет, 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 Молли, нет. Ой, я никогда не видела такого угощения. Молли, м? А кто угостил вас всем этим? А? Да не спрашивайте меня. Вы слышали, что сказал Уильям? Молли. Один из его друзей из Лондона. Ну, хорошо, каких друзей? Ну, возможно... Один из тех, с которыми он делает дела. Какие дела? Ну и любопытны же вы. Молли. Уильям? Молли. Да. Уильям, доктор, да, не заслуживает того, чтобы принимать участие в нашей вечеринке. Почему? Он проявляет такое любопытство ко всему. Фу, какая гадость. Но этого мы не потерпим. Доктор Родберг. Да. Вы, может быть, помните те прекрасные сказки, которые читали ребенком? А? Помню. Прекрасно. Это прекрасно. Так вот там вы могли пользоваться всем, что вам нравится, до тех пор, пока не начинали задавать вопросов. Ну так вот, это одна из тех прекраснейших сказок. Ну, а теперь тост. Прекрасно. Так, Уильям. Так. Так. Пожалуйста. Поздравляю с днем рождения и наилучшие пожелания нашей Молли. Спасибо. Нашей Молли Кодн. Да. Самой услужливой, самой скромной и самой приятной женщине во всех гостиницах. Браво. За вас, Молли. Молли,
за вас. Ну, хватит вам тут обоим заливать, а то я совсем расстроюсь. Начну плакать. И не получу никакого удовольствия от ужина. Вот. Вот так живут люди на 20 000 в год. Правда, мы так можем прожить только 20 минут. Совершенно верно. Знаете, это шампанское ударяет прямо в нос. О, скорее возьмите начинки, можете. Ой, прошу вас. Ой, скорее, пожалуйста. Спасибо. Уильям. Что? Давайте хоть один раз посидим уютно. Давайте. Доктор Родбери. Да. Сыграйте. Хорошо. Уильям, налейте мне еще. Пожалуйста. Которую вы были так влюблены. Вы еще влюблены в нее, не правда ли? Право нет. А, идите вы, у вас на лице все написано. Уильям, интересно знать, что она делает сегодня вечером? Что она делает сегодня вечером? Да. Она, наверное, сидит в каком-нибудь дорогом и малоприличном месте. Или отчитывает кого-нибудь. Забавно получается у этих молодых людей, будь они врачи или кто угодно. Когда они чувствуют себя неловко и попадают в глупое положение, они все сейчас же принимают напыщенный вид. Верно, верно, верно. Вы знаете, она права. Да, да, я допускаю, я допускаю. А я предлагаю выпить за женщин, бедняжек, с которыми вы забываете о всех ваших несчастьях. Ну, прекрасно. За женщин. За женщин. Исключая сварливых жен, надоедливых старых дев, наглых богатых вдов, обманщиц, нахальных маленьких кокеток. И всех девиц. Всех девиц. Как бы они ни были дьявольски красивы, но если они ставят деньги превыше всего. Ой, а также всех женщин, живущих в гостиницах, которые по всем комнатам рассыпают пудру и оставляют мокнуть свои чулки и белье в раковинах для мытья рук. Молли, Молли! Вы, Молли, посмотрите! Вы знаете, если я не поем чего-нибудь и не перестану пить, дым все скрывает, дым счастьем молодым. Я совсем-совсем опьянею. А что вот в этой коробке? Боже мой, я совершенно забыл о ней. Я совершенно забыл о ней. Скорее, дорогая моя, ведь это же для вас. Для меня? Да, подарок ко дню рождения. От друга из Лондона? Представьте, от друга из Лондона. А. Теперь, Молли, я вас прошу, протяните руки. Вот так. Вот так. Тихо, тихо, тихо. Ну. Так, хорошо. Не дышите. И закройте глаза. Закрыла. Очень хорошо. Так. Что это? Мех.
Я сейчас открою глаза Уильям. Боже мой. Смотрите. Мы смотрим. Мы подавлены. Вы, Молли, получили нечто очень ценное. Нет, нет, нет. Это не может быть. Это для меня. Ну, конечно, для вас. Посмотрите только. Меховое манто. Да. Для меня. Для вас. Молли, попробуйте наденьте-ка ее. Ой, наденьте. Ну что? Молли, ой, но я никогда не мечтала о такой шубе. Mm-hmm. Но неужели это моя? Какой мягкий, шелковистый мех. А как я в ней выгляжу? Наверное, глупо, а? Нет, Молли, вы выглядите великолепно, не правда ли, доктор? Ну, да. Прямо с Бонн-стрит. Да, ну вы надо мной смеетесь. Молли. Нет, 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 мы не смеемся. Молли, вы не могли бы выглядеть лучше. Да. С трудом верится, что вы, ваше величество, с нами знакомы. Да. О, разумеется. Доктор Родбери, если не ошибаюсь. Совершенно верно. Не так ли? Да. Мы, кажется, встречались с вами как-то утром на водах. На курорте, не правда ли? И с мистером Лотлос также. Да. Как вы поживаете? Здесь так чудно, не правда ли? О, чрезвычайно приятно, леди... Розбиф. А нет ли мне писем? О, мисс Уикс, проверьте точно, нет ли писем для леди Розбиф. Нет, леди Розбиф сегодня нет. Почта здесь очень странная. Очень странная. Ну, а теперь я ее сниму. Правда, мне бы следовало пойти теперь на кухню и испачкать ее. Это в моем духе. Нет, Молли, давайте еще раз поднимем бокал. За окончание царства денег. Ох, а у меня кое-что есть для этого тоста. Старый коньячок. Это как раз то, что нам для этого нужно. За окончание царства денег. Особенно приятно слышать это от вас, который только говорит и думает, что о деньгах. Ну, разве это не похоже на женщину? Если вы спасли утопающего, она прежде всего скажет вам, что вы промокли. Да. За окончание царства денег. За окончание царства денег. Да. Какая прелесть. А вот теперь я вам расскажу кое-что. Кое-что насчет денег. Хотите? Нет. Да. Деньги. Деньги – это слуга, который стал хозяином. Правильно. Деньги. Чем бы они должны были быть? Их предназначение – быть просто символом, знаком, некоторым удобством, ну, вроде железнодорожного билета. Вот и все, все. А что произошло в действительности? Они совсем отбились от рук, стали источником власти. Мы предоставили деньгам полную свободу. Это все равно, как если дать пушкам свободно палить, когда им вздумается, лишь бы это только приносило им выгоду. О, в этом вы правы. В этом он прав. Он часто прав. Ну, это все. Нет, Молли, нет. Это, разумеется, еще не все. Первое, что нам надо сделать, это отобрать у денег большую часть их власти. Деньги у частных лиц фактически должны быть только для карманных расходов. Но
никаких других. Ну, какая, собственно, разница? Какая разница? Какая разница? У карманных денег небольшая сфера действия. Это деньги исключительно для личных расходов. Даже приставив револьвер к моему лбу, вы не могли бы заставить меня употребить эти деньги для иной цели. Ой, Илья, как... Нет, вы не можете на них ни покупать акций, ни отдавать их в рост, а самой сидеть, сложа руки, наслаждаться тем, как на них нарастают проценты. Уильям, но ведь вы сами мне недавно сказали, что именно так мы и должны поступать. Но я имею в виду это странное дело с акциями. А теперь вы говорите Молли, совсем... Боже, но я вам говорю сейчас, как оно должно бы быть, а не так, как оно есть. Мы делаем только то, что каждый на нашем месте сделал. Да, но если вы думаете, что так поступать неправильно... Это, наверное, плохо. Да не в этом. Нет. Дайте мне. Молли. Дайте мне досказать. Совершенно верно. Это вечеринка в честь вашего дня рождения, а не его. Совершенно верно. И вот я говорю, что все это очень хорошо. Все эти умные разговоры о том, как должно быть. Но если, Уильям, но если мы считаем что-либо неправильным, ведь мы прежде всего сами не должны поступать так. Ведь верно? Не должны. Да нет, Молли, давайте еще раз выпьем. Давайте еще раз выпьем. Я должен произнести тост, моя очередь. Ну тогда скажите что-нибудь хорошее. Хорошее? За отсутствующих друзей. А у меня их нет. Что? Ни одного? Ни одного. Ну, а я... Бедняжка вы. А у меня их целые дюжины. Вот и выпьем за отсутствующих друзей Молли. За отсутствующих друзей Молли. Правильно. За отсутствующих друзей. Да будь они благословенны. Здесь такое происходит. О, интересно. Не вижу ничего смешного. Смешно? Это позорно. Что вы два делать здесь? Кушать, выпивать? О, это моя вина. Если бы не я... Нет, доктор Родбери не имеет к этому никакого отношения. Молли. Видите ли, сегодня день моего рождения. Это я... Нет, это я виноват в нашей небольшой пирушке, а не она. Нет, это моя была идея. Да-да. Действительно? Да, действительно. Позвольте, чья это шуба на вас? Это моя собственная, я получила ее в подарок. Действительно. Да, действительно. Ну и нахало же. И только посмотреть на эту шубу и спрашивать себя, как это горничный получает такой подарок. Не будьте таким грубияном. Что? Он сказал, не будьте таким грубияном. Баста! Абсолютно кончать! Завтра вифон отсюда! Одну минуту, Мандоль. Доктор Родбери. Да. Да, доктор Пломбеттер. Я ждал подходящего случая, чтобы вам кое-что сказать. Вы мне сейчас его предоставили. Ну, что я вам говорил? Вот оно, увольнение. Увольнение? Да, точно. И чем скорее мы прекратим знакомство, тем лучше. Вполне согласен. И позвольте мне сказать вам, что пока вы не приобретете маломальски приличные манеры и некоторые чувства такта, вы далеко не пойдете. И позвольте мне сказать вам, что пока вы не приобретете больше квалификации и честности, которых у вас в настоящее время нет, вы останетесь там, где вы есть. Вы проклятый молодой осел! Вы напыщенный старый болван! Ну, я не собираюсь
оставаться здесь всю ночь. Никогда это не получалось у меня раньше. Вы оба кончали этот отель. Вы уходите утром, вон кончали, вон отсюда, в этот... Только минутку, обождите. Обождите. Вы пьяный! Вы с ума сошел! Вон, убирайтесь вон! Вы замолчите! Уильям и мы поработали в этой гостинице очень долго. Мы всегда старались быть услужливыми и предоставлять всем удобства. Но даже если мы совершили небольшой проступок, мы никому не причинили вреда. Неужели вы допустите, чтобы нас выгнали таким образом? Я говорю, кончали, вон отсюда! Вон немедленно, вон отсюда! Вы слышите его? Никто не скажет ни слова. Так вот, какая благодарность за всю мою работу здесь. Я никогда не произнесла ни слова недовольства, не требовала благодарности. Так будьте же вы, вся ваша банда, проклятые! Что? Вы нас выгоните? Ладно, посмотрим. Уильям Лотлес, вы все время говорили мне, что я теперь богатая женщина. Это действительно так? Или вы насмехаетесь надо мной? Богатая я? Конечно, вы богатая. Что? Достаточно богатая, чтобы купить этот отель? О, это же слишком! Да, не беспокойтесь, господа. Не беспокойтесь, вы еще ничего не знаете. Отвечайте мне, Уильям, могу я купить этот отель? А вам не нужно его покупать. Скажите только слово, и он ваш. Что такое? Все сумасшедшие, все пьяные, все сумасшедшие. Нет, нет, Молли, нет. Вам нет надобности покупать этот отель, потому что 3 дня тому назад вы приобрели контрольный пакет в акционерном обществе, которое владеет этим и 6 другими отелями. Что такое? Неужели вы думаете, что мы поверим этому? А? Ведь это как вам будет угодно, господа. Да ведь у этого, у акционерного общества, одного имущества на 500 000. Вы, все вы, я знаю, любите деньги. Так вот, вы только хорошенько посмотрите сюда. Вот сюда, прошу вас, на миссис Коден. Если бы она захотела завтра реализовать все свои акции, ее состояние равнялось бы, ну, скажем, по скромному подсчету, 1 450 000 фунтов. Боже мой, святая Мария. Это же совершенно... Необычайное происшествие. Но есть только одно в этом деле, что касается всех вас. Это вот что. Я немедленно, как только сумею, возможно, даже завтра, закрываю этот отель. Как? И вы все, вся ваша компания, выезжайте отсюда. Немедленно. Вам предстоит еще много дела. Вам надо уложиться. Не засиживайтесь слишком поздно. Спокойной ночи. Ну, разумеется, если это правда. Ну, это другое дело. Это все одно и то же дело. Спокойной ночи. Но спокойной ночи, миссис... Миссис Коден. Миссис Коден, спокойной ночи. А вы, мистер Мандови, пройдись, пожалуйста, сюда, вот в служебную дверь. Мистер Лотлес, я не стар. Очень хорошо. Быстренько, быстренько, проходите сюда, сюда, сюда. Слушайте, Уильям, скажите, все это правда? Каждое слово. Ведь я играл на бирже акциями, которые принадлежат ей. Ну почему? Почему вы плачете, Молли? Это просто реакция. Нервы. Ой. Это не нервы. Я их всех ненавижу. И теперь я себя ненавижу. Молли. Я сама себя стыжусь. И вы, Уильям, вы уже тоже совсем другой и не такой приятный,
как раньше. Мне больше ничего не нужно, не нужно. Спокойно, Молли, спокойно. Спокойно, Молли, спокойно. Спокойно, предоставьте все это мне. Мы начинаем большую игру. События происходят в нашем отеле. Что-то теперь будет. А мы все это увидим. Нужно только представить себе, что прошло еще 2 недели. Представили? А теперь посмотрим, как выглядит наш отель. Ох, Джордж, как здесь все изменилось. Столы и стулья стоят как попало. За конторкой никого нет. А мисс Уикс еще здесь. Вон она печатает на машинке. А где же Уильям? Наверное, работает у себя в кабинете. Там, где раньше была контора Мондой. Эй, где вы там все провалились? Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Снимите 2 копии с этих документов и пошлите еще раз каблограммам от Хэттен Тресту. Да. А что телеграмма от Фокса с котировкой ценностей акционерного общества еще не получена? Нет, мистер Лотос. Какого черта можно требовать от человека в таких условиях, как я? Нет, нам нужно здесь иметь телеграфный аппарат. Что? Да, немедленно купить его и пусть немедленно его установят. Пожалуйста, не останавливайтесь ни перед какими расходами. Вот так. А вы, Эльзи, ступайте наверх и скажите миссис Кодман, чтобы она пришла подписать несколько документов. Пожалуйста. Ну что вы стоите? Быстрее, ну! Мисс Кодман нет. То есть как это? Миссис Кодман нет. А где она? Уехала вчера ночью. Как, черт? А почему мне никто об этом ничего не сказал? А сказала она, куда отправилась? Нет, ничего определенного не сказала. Что вы хотите сказать этим ничего определенного? Мне кажется, она уехала в Лондон. Боже мой, час от часу не легче. Нет, именно туда я и не хотел, чтобы она уезжала. Мне кажется, она поехала, чтобы навестить мисс Фрэнсхэм. Да? Вот, хорошо, пошлите телеграмму этой самой мисс Фрэнсхэм для передачи Молли Кодман. Быстро записывайте. Да. Возвращайтесь немедленно. Так. Весьма важно. Вы очень, очень нужны здесь, Уильям Лотлес. Не знаю, но, может быть, это заставит ее поскорее вернуться. Проворачиваю такие дела, каких еще свет не видел, а похоже на то, будто все это детские игрушки. Боже мой, А вот и Молли приехала. И наверняка она не ожидала встретить здесь Мондови. Миссис Кодман! Миссис Кодман, очень немного хорошо вы себя чувствуете? Не больше, чем просто хорошо. Очень много всяких дел. А что это у вас? Это? О, ля-ля, моя диплома. Вот. Ну, вам это нравится? Чудесно. Чудесно. Воображаю, как там о вас расписано. О, ля-ля, очень вам большое спасибо, миссис Кодман. Да. До свидания, миссис Кодман. Скажите, Мондови. Да, слушаю. А что значит управлять гостиницей? Миссис Кодман, что значит управлять гостиницей? Управлять отелем было бы прекрасно, если бы только не 2 вещи. И знаете, какие? Одна хозяева... Вторая гости. Так что если бы отель был ваш собственный, да, вы могли бы избирать гостей по своему вкусу, о, а? О, это было бы великолепно. А. И еще я думаю, миссис Кодман, я знаю, где есть такие отели. Где? Там. На небе. Больше нигде. Да. Да. До свидания, миссис Кодман. До свидания, мистер Мондови. До свидания. Уильям! А, миссис Кодман. Уильям! Вернулись.
Итак, вам нужно было украдкой от меня уехать в Лондон. Ну, а почему бы мне не уехать? Потому что вы легко могли бы все погубить. Да-да-да, обоих нас разорить. Только из-за вашего проклятого глупого женского каприза. Ну, позвольте, позвольте мне кое о чем вам напомнить. Месяц тому назад вы были здесь горничной и никогда не предполагали быть кем-нибудь другой. А теперь вы самая богатая женщина в Англии. И кто это сделал, я вас спрашиваю? Ведь не вы же это сделали. Вы даже не знаете, чем все это пахнет. Это я сделал. Никто и не говорит, что не вы это сделали. И все, что я прошу, пока я делаю здесь для вас миллион, это только чтобы вы оставались спокойно на месте. Не... Ну, хотя бы неделю или две. А вы даже этого не можете сделать. Ведь вы же рискуете всем. Вы понимаете, что всем, вместо того, чтобы делать то, что я вас прошу, прошу изо дня в день, прошу. Ну, Вильям. Так. Еще одна такая выходка, и вам придется снова заняться уборкой постелей. Это меня не привело бы в отчаяние. Вы видели эту девицу Фрэнсхилл? Да. Ну? Я знала, что на самом деле она не была богатой. Но ведь я вам это говорила в свое время, Уильям. Она мне сама сказала, что была секретаршей. Так. Она меня познакомила со своим хозяином, и он во что бы ни стал захотел поехать вместе с нами сюда. Что-то... Хозяин мисс Фрэнсхем? Ну да. Да вот. Вот и они. Я прошу вас, мисс Фрэнсхем. Hello, мистер Лотлес. Уильям. А это лорд Флитфилд. О, нет надобности представлять меня, миссис Коден. Так я и думал. Это мистер Уильям Блоффилд. Вы привезли сюда лорда Флитфилда, Молли. Уильям. Вы грязная крыса. О, вы... Вот вам! Это вам по заслугам. Что она сделала? Она погубила меня и себя. О чем вы говорите, Уильям? Пожалуй, я вам лучше объясню. Правильно, правильно, получайте удовольствие. Это мистер Уильям Блоффилд. Мне казалось, что в этих последних операциях на бирже я узнал его прием. Одно время мистер Блоффилд был хорошо известный и счастливый игрок. Затем он был обвинен в подделке ценных бумаг и осужден на 5 лет заключения. Уильям! Вы должны были привезти сюда лорда Флитфилда, Молли, да? Ну так все это правда. Правда, правда! Блоффилд, бывший заключенный, арестант, это я. Уильям, я всегда знала, что с вами что-то было. Ну почему? Почему вы мне не сказали, Уильям? Я вам кое-что скажу сейчас. Только не думайте, что лорд Флитфилд приехал сюда только для того, чтобы доставить вам удовольствие и рассказать вам, кто я. Ох, как я его знаю. Единственная действительная разница между ним и мной – это то, что меня поймали, ну, а он пока лорд Флитфилд. О, нет, мой дорогой Блоффилд, вы упустили из виду еще одну серьезную разницу. В наших методах люди заметили, что когда я достиг некоторой власти, я использовал ее с тактом и вежливостью. Чем, возможно, многих очаровал. А вы то и делали, что шумели и грубили, так что общество и воспользовалось первой сделанной вами ошибкой, чтобы избавиться от вас, чтобы вас не было ни слуху, ни духу. Люди хотят иметь, как говорится, приятных хозяев. Ну, дайте мне теперь сказать кое-что. Я не знала, что он был в тюрьме. Но я не думаю, что это имеет теперь значение. Он сделал что-то плохое, и он за это поплатился, с этим покончено. Но разве об этом нельзя забыть? Нет, миссис Коден, нельзя. Для этого есть очень серьезная причина. Эти наглые разбойничьи налеты на бирже вносят в наши дела очень большое расстройство. Вкладчики могут потерять к нам доверие. Поэтому наш долг пресечь такие налеты. Проще говоря, я не давал ему грабить, а он этого не потерпит. Конечно, я этого не потерплю.
Я могу отправить мистера Блоффилда в тюрьму, и я позабочусь об этом. Если только не сумею сегодня же прийти к дружескому соглашению с ним. Ну что? Что, дорогая Молли, теперь вы видите, что вы сделали? Ну, Уильям, я ничего не знала, Теперь я понимаю, почему вы меня так обозвали. А я вас ударила. Простите, Уильям, я не знала. А вы, лорд Флитфилд, я думала, вы такой прекрасный человек. Я привела вас сюда, а вы, Нет, дорогая, все пошло прахом. Обо всем этом надо крепко подумать. А я не могу, я так расстроена, надо думать. Послушайте, Блоффилд, да. Если бы вы и я могли переговорить с друг другом спокойно, подальше от всего, что может нас волновать, мы могли бы прийти к какому-либо полюбовному решению, а? Слушайте, лорд, а какого же рода будет это соглашение? Вы, Блоффилд, отстраняетесь от всех этих биржевых дел. Этим самым вы избавляетесь от тюрьмы. Это мое последнее слово. Хорошо. Хорошо, ваша взяла. У меня здесь комната. Это моя контора. Пойдемте туда. Мисс Фрэнсхэм, пойдемте с нами. Вы мне нужны. Хорошо, лорд Флитфилд. Надо думать. Надо что-то придумать. О, что случилось, Молли? О, доктор Родбери. Да? Все пошло прахом. Я привела сюда лорда Флитфилда. Что? Известного финансиста? Да, я думала, он может помочь Уильяму. Оказывается, он угрожает отправить его в тюрьму. А я ведь думала совсем другое. Послушайте, Молли, успокойтесь. Послушайте, Молли, я знал хорошо, что вы не представляете себе, что значит делать деньги. Делать деньги – это не значит только записывать цифры в книгу прихода, хапнуть кучу золота, а потом тратить, сколько вздумается. Молли, деньги – это власть. О, но я никогда не думала... Это безразлично, что вы думали, но так оно есть. Вы играете жизнями людей, жизнями тысяч и тысяч людей, которых вы даже никогда не видели. Ой, перестаньте, не хочу больше слушать вас ни слова. Неужели вы думаете, если бы я представляла себе все это, я бы согласилась принять... В этом участии я бы скорее сожгла все акции. Спокойно, Молли. Вы бы лучше отдали их мне, чтобы помочь мне открыть клинику. Что? Клинику? Да. А вам что, нужна только эта клиника? Ну, это все, что мне нужно. О, нет, не только это. Что вы хотите сказать? Она... Там. Кто? Мисс Фрэнс? Да, она секретарь лорда Флитфилда. Секретарь? Угу. Я ведь говорила вам, что она не богата. Мисс Фрэнс! Да-да, я здесь. Я очень прошу вас сейчас же зайти сюда. Что случилось, Молли? Доктор Родбери. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, мисс Фрэнс. Теперь... Улаживайте между собой ваши дела. Ну? Что такое? Для чего вам нужно было притворяться богатой? Ну, а что? Я получаю 6 фунтов в неделю, да. А большинство секретарей получает только около 4. Да, ну зачем вам нужно было говорить весь этот вздор? Я же была в отпуске. Представляться богатой и благородной дамой доставляло мне удовольствие. Кроме того... Вы были всегда так довольны собой и думали, что все знаете. Вот я и решила сбить с вас спесь. Ну, я не думаю, чтобы это было все очень остроумно. Да. Вы знаете, теперь я этого не думаю. Я написала вам около 6 писем. Но я их не получала. А я их все порвала. Но я все же написала бы вам, если бы вдруг не узнала, что мы едем сюда. Как вы поживаете? Полный крах. Старый пломбетер уволил меня. Единственное, что я теперь имею, это бесплатная работа в больнице. Я много думала о вас. Я тоже много думала о вас. Знаете, все это мне чертовски надоело. Да. Послушайте. Да. Не лучше ли нам пожениться? Как? Чтобы вы перестали думать обо мне? Да. Ну, хорошо. В таком случае я
Я, пожалуй, лучше выйду за вас замуж. Вероника! Но если мне придется работать, чтобы содержать вас, вам придется вставать и готовить мне завтрак. Что вы хотите на завтрак? Только чай и поджаренный хлеб. Боже мой, я могу приготовить и то, и другое. Алик, вы знаете, я очень счастлива. Вероника, дорогая моя. Алик. Вероника. О, мастер. Извините. О, лорд Флитфилд. Лорд Флитфилд, это доктор Родбери. Здравствуйте. Как вы поживаете? Приятно познакомиться с молодым доктором, который придерживается старых методов лечения. А где же миссис Скотт? Она наверху. Я ее сейчас позову. Не уходите. Надеюсь, его намерения бесчестны. О, нет, лорд Флитфилд, наоборот. Он просит меня быть его женой. Я его поздравляю. Хотя думаю, что ни одна женщина не может быть такой же хорошей женой, как хорошим секретарем. В женщине-секретаре выявляется лучшее, что в ней есть, а вот в жене не всегда. А вот и миссис Скотт. Да. Ну, миссис Скотт, мы готовы. Прошу садиться. Садитесь, Уильям. Я постою. О, дорогой, вы же не сердитесь на меня больше, да? Блофилд, позвольте мне сказать, мисс Скотт, что мы пришли с вами к разумному дружескому соглашению. Да. В тюрьму меня не засадят, это уже улажено. Совершенно точно. Что бы ни случилось, вопрос с тюрьмой улажен. Ну, вот это правильно. Ах, эти парни из Лондона получают все, что нужно. Контроль над вашими действиями. Но они кое-что гарантируют вам. Все, что нужно для расходов. Да мне ничего не нужно. Олух вы этакий. Куда? Куда вы уходите? Я иду упаковывать свои чемоданы. Уильям! Уильям! Миссис Скотт. Да-да. Миссис Скотт, вам нужно подписать необходимые документы, предоставляющие нам право контроля. А потом вы можете позабыть нас совершенно. Вы будете получать столько денег, сколько вам нужно. И наслаждайтесь, покупайте, что хотите, устраивайте приемы, путешествуйте. Ну ладно, ну-ну. Все, что случилось, миссис Скотт, вам может показаться странным. Вы можете это записать, мисс Фрэнсхэм. Хорошо. Но если бы вы и Блофилд продолжали свое дело дальше, то, не выходя из этого отеля, вы держали бы в своих руках весь мир. Вы могли бы контролировать рынки во всей стране и вызывать по своему желанию голод. Вам была бы подвластна политическая жизнь народа на другом конце земли. Судьба миллионов и миллионов людей, которых вы никогда не видели, могла бы быть в ваших руках. Но я не хочу вмешиваться в жизнь людей из-за денег. И я не понимаю, почему я должна это делать. Нет, я не буду подписывать эти бумаги. То не есть буду. Как? Потому что это неправильно, когда одно лицо может вмешиваться и втаптывать в грязь жизнь и счастье тысяч других людей. Нет, я все мои капиталы... Вот, отдам людям, жизнь которых зависит вот от этих капиталов. Я отдам все народу Англии. То есть, иными словами, вы передадите вашу долю правительству с предложением создать нечто вроде государственного треста? Да, вот возможно. И вы предполагаете, что правительство будет руководить этими делами лучше, чем я и мои друзья? Да. Да, но я... И мои друзья, мы имеем свою руку во всех правительствах. Но я не желаю помогать вам. И вы не получите от меня ни одной бумажки. Я это решила. Ах, так. Ну что же, посмотрим. Ну, Молли, неужели вы ничего не хотите лично для себя? Я как раз намеревалась вам об этом сказать. Из всего этого несметного богатства для себя я хочу только две вещи. Мне хотелось бы сохранить вот эту гостиницу и вести ее по-своему. И потом мне нужны деньги, чтобы обеспечить молодому доктору Родбери клинику. Ой, дорогая, вот это великолепно. Прошу прощения. Между прочим, не знаете ли вы, мой старый друг леди Лидмелл все еще живет здесь? Да, она жила здесь, пока мы не закрыли гостиницу. А теперь она переселилась в отель Гранд. В таком случае, мисс Фрэнсхэм, я пойду в Гранд. Придите ко мне туда завтра утром. Хорошо. До свидания, миссис Скотт. До свидания, лорд Флитфилд. Мне доставило наслаждение познакомиться с вами. Кстати, не позволяйте вашему ночному швейцару читать финансовые газеты.
Спокойной ночи! О, Молли, это чудесно! Спасибо! Уильям! Уильям! Куда это вы собираетесь? А какое это имеет значение? Теперь я больше здесь не нужен. Кто вам сказал? Вы сказали. Я не говорила. Фактически вы так сказали. Молли, ну, кое-что и я хочу вам сказать, прежде чем уйти. Ну, кое-что и я хочу вам сказать, Уильям Лотлес. Карл, ладно, только выслушайте сначала меня, хорошо? Хорошо. Молли, не подумайте, что я вернулся на биржу, чтобы снова там наживать деньги. Теперь они мне не нужны, я не знал бы, что с ними делать. Я снова начал эту игру, чтобы попытаться повергнуть в прах этих продувных ребят. И я это выполнил. Вот очень прошу вас, не забудьте об этом выполнить. Я знаю, что вы это выполнили. Но вам самому это нанесло большой ущерб и не принесло счастья. Полагаю, я вас тоже подвела, а? Это вы так говорите, не я. Нет. Скажите, а что вы попросили у Флитфилда? Что, пару яхт? Нет, я ничего не подписала. Что? Уильям, ответьте мне на один вопрос. Нравится вам работать в таком отеле, какой будет у меня? Нет, нет, нет. Почему? Ну, вы бы должны знать, потому что я не люблю тот сорт людей, которые пользуются отелями такого типа. Все эти лентяи, жадюги, обжоры. Ну, вся беда с вами в том, что вы только критикуете. Вот могу поспорить, что у вас нет никакого представления о том, как надо управлять отелем. О, нет, нет, Молли, у меня есть. Есть. О, вы что думаете, у меня мозги за последние годы совсем не работали? Что вы, я человек идей. Уильям, вы будете работать здесь. Где? Как? Здесь, как управляющий. Как это? Это и есть то дело, которое вы собираетесь вести? Уильям, посидим немножко уютно. Я вам сейчас скажу. Ну? Это будет совершенно новый тип отеля. Это будет отель для людей, которые работают слишком тяжело. Так. И едят слишком мало. Для мужчин, которые приносят миру какую-то пользу. И для женщин, которые достойны того, чтобы их обслуживали. Отель для настоящих людей. Молли, Молли, ведь я же единственный человек в Англии, да, кто мог бы взяться для вас за эту работу. Ну вот. Ну, хорошая идея, так у меня их тысячи, Молли, тысячи. Вот послушайте. Вот и вы нам нужны, миссис Уитт. Да, я... да, вы будете у нас старшей приемщицей. Вот, ой, миссис Кодл. А посмотрите, кто там? Где лорд Флитфилд? Где лорд Флитфилд? Мне сказали, что он был здесь. Да, он был здесь, леди Лидмилл. А теперь пошел в Грэнд разыскивать вас. Да? Это действительно? Мисс Эл, посмотрите, нет ли тут писем для меня, которые забыли переслать мне. Мисс Уикс, нет ли писем для леди Лидмилл? Нет, мисс Эл. Вы уверены? Абсолютно уверена. Я предпочитаю убедиться самой. Почта здесь весьма странная, и несколько писем уже потерялись. Слушайте, мисс Сэл, вам представляется случай уйти от этого старого крокодила. Переходите к нам работать. Неужели? Ой, ой, это было бы так чудесно, но... Мисс Сэл! Это ваш случай, ваш единственный случай. Мисс Сэл! Иду, иду, леди Лидмилл, иду! Ушла. Вот такова половина Англии. Да, к сожалению. Но так не должно было быть. Ну, так оно есть. Миллионы и миллионы таких, как мисс Сэл. Да. Молли, посмотрите. Ведь это вернулась мисс Сэл. О, мисс Сэл!
Когда? Когда мне приступить к работе? Чудесно. Вы можете приступить к работе сию минуту, мисс Сэл. А теперь слушайте. Слушайте, сядем все вместе. Слушайте все. Все, Элси? Все, Джордж. У автора все. А как ты думаешь, что будет дальше? Получится у них так, как они задумали? Вряд ли, Элси. А гостиничный трест? Да он сразу задушит этот маленький отель. Или заставит Молли опять обслуживать богатых. Как пишут в газетах, общественная система –